Физкульт, привет, друзья! Не пропустите! В ближайших видео, а скорее всего уже в следующем, я расскажу вам о очень важной теме. Во-первых, вы узнаете, как и для чего тренировать сухожилия и связки. Также вы узнаете, как избегать травм или как тренироваться и жить уже с полученными травмами. Обо всем об этом я вам подробно расскажу и, главное, покажу подробно, как тренироваться, как избегать травм, как жить, повторюсь уже, и проводить продуктивные, результативные тренировки для получения прогресса при уже имеющихся травмах. Если болят локти, если болят колени или плечевые суставы, как в моем случае. Но тренироваться мы с вами не прекратим, потому что тренировки в наших жилах плавают в нашей крови. Поэтому обязательно не пропустите следующее видео.